Рождеством Христовым, с великим, радостным, спасительным праздником, дорогие братья и сестры, дорогие друзья! Особый это день не потому, что он связан с какими-то культурными традициями. Много традиций было и прошло, и много придет, и много исчезнет. А особый это день, потому что он со Христом связан. Не с трапезами прежде всего, не с походами в гости прежде всего, не со снегом, которого у нас сейчас мало, не с какими-то увеселениями, а с Христом. Об этом нужно не помнить просто, а знать. Нет смысла в человеческой жизни, если не воплотился бы Христос. Потому что Он, Бог, ставший человеком, смог искупить нас, искупить от греха, как не мог бы искупить обычный человек или ангел, или еще какое-либо Божие творение. Господь безгрешный искупил нас грешных, став одним из нас, став человеком. Грех нуждался в воздаянии Божием. Бог не был бы свят, если бы Он человеческий грех воспринял как нечто должное. Но Он сам взял на Себя этот грех. Вот в чем послание Рождества. Будем радоваться, будем ликовать, будем меняться по евангельскому слову и под действием самого Бога в нашей жизни. Будем призывать Его действовать в нас. Будем призывать Его нами руководить, нас менять. Вот о чем этот великий праздник. Радости. Но радости не временной, которая сменяется то горем, то унынием, а радости непрекращающейся, простирающейся в вечность. Всем вам желаю мира, но не просто душевного спокойствия и не какого-то не затрагивающего глубины человеческой души мира во всем мире, а мира Христова, мира с Богом, который дает и настоящий, справедливый и в то же время не исчезающий, не эфемерный мир между людьми. Всегда помнить о Божьих очах, которые взирают на нас. Вот этого желаю всей праздника.